Всем добрый день. Решил выйти в эту ужасную погоду. Идет дождик. Я решил спрятаться в лесу и походить по лесу. Вот. Ну, хожу всего 3-4 минуты и сделал уже небольшие находки. Я ожидал даже, что будет так хорошо через каждую минуту находку. Вот. Здесь вот только что вырыл кирпичик. Из-под кирпичика хороший звон. Вот. И выкопал вот монеточку. Монеточка, в принципе, большая, но о, это 1 рубль Ленин с протянутой рукой. А до этого вон у того дерева нашел вот такой вот значок. Даже не знаю, что за значок, не ГТО, не пойми что. Сегодня я поснимаю, не просто буду делать так снимки, а буду снимать. Все, продолжаем коп. Итак, очередная находка. И, к сожалению, думал, в этом леску я первый, кто был, но нет. Здесь вот старые ямки. И возле старой рамки, ямки нашел какую-то хреновину. Вот. Сейчас почистим. Оказывается, какая-то фигня на цепочке. Вот. Медальончик какой-то непонятный. Вот. С каким-то полумесяцем. Не знаю, что это, но это находка. Продолжаю снимать свое видео. Где-то, наверное, минут 40 ходил по лесу. Ничего нашел, дождик закончился, я вышел на поле. Из этой ямки выпала монетка. Монетка черная, не маленькая, красивая. Сразу видно, что она заморская. Немножко поврежденная. 2 копейки. Вот. Сигнал не очень. И решил капнуть. Здесь вот у нас.
Собираю свои находки. И сегодня у меня очень удачно. И вот из ямочки у меня выпал вот такой вот кругляк. Похожий на белончик. Ничего себе. Эх, черт. Думал, рубль Николая. А это оказывается что-то непонятное. Так, с этой стороны у нас Николай II. А с этой стороны у нас за храбрость 4-й степени. Указан номер. Видно, какой-то вояка, воевавший в Первую мировую войну, проживал в данном месте. Вот такая штучка. Возможно, даже серебряная. Очень хорошая находка, правда. Николай немножко тут у нас покорябанный. Но ничего, у меня впервые такая находочка. Замечательно. Вот такая вот у нас медалька. Впервые у меня медалька за отвагу. За храбрость. Продолжаю. Так, вот у нас очередная находочка. Вот так вот она красиво выпала. Даже разбивать комок не приходилось. Вот от него слепочек такой оригинальный. Вот. 5 копеек. 5 копеек. Вообще сохран суперский. Старый герб. Пролетариаты. Замечательно. Год 31-й. 31-й, если я не ошибаюсь. Он дорогой. В принципе, все пятаки дорогие. Все, продолжаем. Вот у нас очередная находочка. Серебряный перстенек. Судя по размеру, женская. Вот она такая вот красивая. Хотя нет, просто оно поломано. Ну все же это у нас серебро. Это у меня не первое колечко. Вот такого вот формата. Симпатично. Будем продолжать копать. Был дождик небольшой. И с этой целью я и шел копать серебро. После дождичка всегда серебро попадается. Так, у нас продолжаются находки. И не поверите, вторая подряд находка. Выпал такой кругляшочек. Сначала я подумал, то, что это от бутылочки медицинской пробочка. Оказывается, это у меня подряд второй перстенек. Вот. Целое. Не мятое. Мужское. Имеется рисуночек. Вот такой вот перстенек. Замечательный. Второй подряд находка. Продолжаем копать. Хотелось бы, конечно, монетки. Но попадаются пока перстни. Все, будем ждать следующих находок. Ну вот и закончился мой сегодняшний коп. Копали мы на территории. Вот. Копала 4 часа. Не очень. Вот. Немножко об истории. Здесь проживали люди при царях. Здесь вот проходит трасса. Ну, там неподалеку, вот где кустики. А по весне я нашел небольшой кладик в горшочке. Там были серебряные и никелевые
монеты. В общей сложности у меня получилось 120 монет. Их тут море. Надо лопаткой еще копнуть. Вот мой кладик. Сейчас возьмем металлоискатель и еще немножечко покопаем. Все, спасибо. В общей сложности у меня получилось 120 монет. 120 монет. Ранние советы. Начиная с 25-го серебро и заканчивая 32-м годом. Вот раньше поселение было вон там на горе. Это раннее поселение. Там находила царские монеты николаевские. Вот. Потом люди спустились сюда, ближе к цивилизации, вот по эту склон. И по правую сторону от дороги уже существует ныне. Вот. По ту сторону, вот в этом леске, вот, находил ранние советы. Вот, как и сегодня тоже нашел немножко. Вот. И здесь я нашел царскую монету. Ну, очень копанное место. Вот, тяжело с моей Аськой. Аськой 250. Вот, планирую на следующий год поменять, приобрести более профессиональный приборчик. Ну, ничего, то, что имеем, он оправдал свое. Много поднял монет царских, всякое ювелирное украшение. Ходил по пляжам, поднимал золото, серебро. Ну, как-то по пляжам мне не очень понравилось. Мне больше нравится по старине. Вот такие вот пироги.